В Чувашии в программе «Земский доктор» приняли участие более 400 врачей. В нашей республике она реализуется с 2012 года. Теперь изменились условия программы. В сельскую местность стали привлекать не только молодых, но и опытных специалистов. Шаткая походка, было массивное кровотечение, 1,5 литра. Ну, сейчас по сравнению даже со вчерашним, с позавчерашним днем, полегче? Полегче. Валентина Майорова работает в Аликовской больнице вот уже 7-й год. Приехала сюда по программе «Земский доктор», отработала необходимые 5 лет в отделении реанимации и решила остаться. Район мне здесь нравится, больница нравится, медперсонал нравится, пациенты нравятся тоже. Вот. Так получилось, что задержалась здесь. Нисколько об этом не жалею. Свой 1 000 000 рублей, которые она получила по программе от государства, Валентина вложила в недвижимость, приобрела жилье старшей дочери. Поддержать здравоохранение на селе, а заодно и сына, решил и Владимир Алексеев. Он попал в программу как раз благодаря новым условиям. Возраст земских врачей увеличили до 50 лет. Так что с декабря прошлого года Владимир стал сотрудником Аликовской больницы. В каждом моменте всегда ищешь что-то позитивное, поэтому любая смена деятельности, американцы утверждают, что раз в 5 лет надо что-то в своей жизни менять. Когда идешь на операцию, очень важно, чтобы на своих коллег, на анестезиологов была надежда. Вот. А так как они у нас оба опытные, поэтому мы идем со смелостью на операцию, потому что мы спокойны, что во время наркоза будет все спокойно, с больным будет все хорошо. Еще один земский доктор – Светлана Иванова. Она участковый терапевт. Ведет прием в больнице и навещает пациентов на дому. В рамках программы выездной поликлиники мы осматриваем пациентов на ФАПах, в офисах. Для этого у нас там есть оборудование и кабинеты. Также к тяжело больным пациентам мы выезжаем на дом. С нами выезжают также и неврологи, окулисты, кардиологи. Терапевты, стоматологи, фтизиатры и рентгенологи. Всего в Аликово приехали работать 13 врачей разных специальностей. Здесь также работает программа «Земский фельдшер». На село пришло 2 фельдшера, которые работали, трудоустроились и работают на ФАПах по этой программе. Благодаря этой программе нам удалось справиться с дефицитом кадров. По настоящее время 91% мы закрыли. Юлия Важенина, Республика.